Всем привет! Начало рабочего дня, начало нового влога у меня. Сегодня я работаю с 2 часов. По плану у меня вообще 3 клиента должно было быть, но клиентка на 4 часа отменила, приболела. Я говорю, ну ладно, ничего страшного. Я в этот период как раз сбегаю на Валберис, у меня там кое-что пришло. Что-то крем, втирка золотая. Вот. И сейчас у меня будет полностью педикюр, а потом будет коррекция гелевая. Так что вот так. Сегодня я себе сделала себе последний массаж в этом году. Потом, конечно же, я повторю в апреле. Вот, все больше уже не буду про него рассказывать вам. Так что вот так. Подарила девчонкам подарочки. Такие небольшие там масочки, шоколадки, короче, такое. Вот, и администратору шоколадку тоже дарю, он такой, ой, спасибо большое, говорит, вообще, говорит, мастерам всегда дарят, мне никогда, говорит, не дарят. Я говорю, ну вот видите, говорю, как несправедливо, в этот раз я и вам подарила. Так что вот так, что хотела сказать, не знаю, что сейчас будем делать, пленки не хочу этой девочке делать, я уже говорила, да, что у меня сейчас та девушка будет с нестандартной ногтевой пластиной, вот. Будем, наверное, гель-лак делать. Он красивый. Так что вот так. Делать она у меня всегда полностью педикюр. У нас на улице так потеплело. Потеплело. Не знаю, правда, сколько. Но прям тепло стало. Я вот с утра была в костюме своем. В теплом. И знаете, я употела. Я пока что-то машину поставила. Я за домом ставлю машину, чтобы под окнами мне было видно. Машину поставила, и пока, господи, вот эти, я прям вспотела, ноги аж употели. Так что вот, ну что вам рассказывать, ничего, нечего рассказывать. Буду ждать клиента, мне сейчас нужно позвонить, сделать заказ продукции PNB, там у них не новые цвета, вот ругаю себя, да, да нет, мне нужно шампунь заказать. Профессиональный, хочу шампунь, я беру, как я говорила, эти шампуни ветрушки, еще там есть мужской гель для душа и шампунь, там 2 в 1, в баню взять, и в баню взять какой-нибудь шампунь из серии восстанавливающего. Ну и попутно, может быть, там новые цвета вышли, мне очень понравился цвет этим, светоотражающий, вот. Ну и подарочек, как раз приедет экспедитор, я приготовила подарочек, большую коробку конфет. Я просила маму, свекровь свою, она мне привозила вот как раз шоколадки девчонкам, блин, тут нет, показала бы, мастерам, да, такие, говорю, я небольшие эти. И вот коробку конфет, несколько коробок, я как раз, вот, кто на менеджер, наверное, не знаю, вот ей. Так что... Ладно, девочки, мне там надо звонить ей. Все, я отпустила первую свою девочку, сделали мы с ней, в принципе, быстренько, там где-то 1,5 часа сделали, она захотела черный цвет, она говорит, не знаю, либо черный, либо пленки, черный. И сделали мы с ней, сейчас покажу какой-то.
Так, получается, подложка у нас была. Какая подложка? База Пикнейл. Цвет X-гель от Ngarden 103. Там прям его у меня чуть-чуть осталось. Светоотражайка была. Сильвер от Пинди. Вот это тут не знаю, что. В общем, вот такую красоту с ней сделали. Там были трещинки. Трещинки я убрала. На одной ножке была одна, на другой две трещинки. Убираю я диском S. Сейчас, если я не буду тебе уже доставать. Вот у меня вот такой маленький. Где ты тут? Диск S. И я раскрываю им трещинки. Всегда мелким диском, абразивом 180. Можно потом дошлифовать 240-кой, но я дошлифовываю его уже большими дисками. Раскрываю, почему? Вот идет трещина, может быть. Блин, как-нибудь в следующем влоге я вам покажу, апельсинку принесу. Покажу, наверное, раскрытие. Если мы просто, вот трещина идет, да, и мы ее просто шлифанем, то трещина также будет продолжаться у нас рваться. Но если мы ее раскроем, неважно чем, диском, фрезой, можно фрезами, такой вот морковка, короче, фрезами раскрывать, можно, в принципе, пламенем раскрывать, кто какими умеет абразивы, ой, диск этими, фрезами. Вот, я могу и фрезой раскрыть, могу и диском, эсочкой в основном раскрываю. Ну вот и все. Потом как-нибудь апельсинку принесу и на апельсинке вам покажу, как я раскрываю эти фрезы. Ну, если, наверное, интересно. Конечно же, интересно. Так что вот так. Сейчас я побегу на Валберис и заберу там пришел мой крем и втирка. Я уже это говорила сегодня. Сейчас побегу, заберу. Блин, под шапкой просто капец волос. Ладно, девочки. Потом покажу. Ну, крем и крем. Все, сбегала я, в общем, на Валберис. Щеки красные, морозно под вечер. Забрала я, в общем, сейчас покажу, что забрала. И зашла, значит, купила тетрадки. И у нас там, ну, детский отдел, типа канцелярия, и рядом сапожник. И он еще ключи продает. И я в группе прочитала, что у него есть ключи. Короче, я купила ключ от всех дверей. Теперь я могу заходить в закрытые дворы, проходить напрямую. Я к нему пришла, такая, говорю, мне нужен ключ. И он такой заубрал, я говорю, да, от всех дверей. Он такой, блин, говорит, прям ажиотаж на них. Вам какой цвет? Такой, достает пакет разноцветных. Я говорю, давайте серый. Он такой, а то, говорит, у меня разные есть. Ну, говорит, у меня много фиолетовых. Я говорю, ну, давайте фиолетовый. Он такой, а, нет, их мало, нет, не дам. Говорит, типа, девчонки очень любят фиолетовые. Я говорю, да мне без разницы. Он такой, давайте серый, их очень много. Я говорю, вот давайте, я же и хотела серый. Я говорю, мне самое главное, чтобы я со своим ключом не перепутала от домофона синеньким. Я прошла и так насквозь. Блин, потому что вот эти кругами я оперла, это ужас. Это какой-то кошмар. Я покажу вам. Забрала, короче, я купила, сходила 3 тетради. Мне Ирина, привет, скинула видео Елены Шанской про 3 тетради. Ну и я тут не могла. В общем, в одной тетрадке мы заводим доход, вторая расход и третья часы работы. Давайте я вам в краткости быстро расскажу. Быстро прям вкратце расскажу. Я купила обычные тетрадки 18-листовые. В первой мы пишем... Так, это моя зарядка. Первый пишем тетрадь под названием «Доходы». Я их возьму, взяла еще клей и склею между собой, чтобы они не терялись. Это доходы. Будем подсчитывать, я ежедневно буду писать. То есть, блин, а что я эту взяла? Вот курица, хотела в линейку. Ну ладно, расчерчу, так сделаю. То есть, например, сегодняшнее число я пишу. Там маникюр получила столько-то, педикюр получила столько-то и того. Потом подсчитываем за месяц доход. Хотите, посчитайте за неделю, хотите за месяц. В общем, здесь пишем доходы, только доходы. Вторая тетрадь под названием «Расходы».
Пишем все, девочки, пишем все. Купили конфетку, ну, к себе в кабинет, написали. Это не в входе сюда, что вы купили только крафт-пакет, да, щеточку и все. Все, что вы покупаете для клиентов. Чай, кофе, туалетная бумага, влажные салфетки, какие-то салфетки, средства для уборки. Это все входит. Девочки, мы считаем все, абсолютно все. К примеру, это вообще же для меня такая грубольная тема. Прям ее прям очень глубоко так это все изучаю. Так, если купили что-то крупное, как потом подсчитывать? Купили, к примеру, дорогое, ну, не знаю, кресло педикюрное. Там вот эти 100 тысяч, ну, я это образно говоря, мы делим на 12 месяцев. Не то, что мы бахнули в этот месяц, да, мы его делим в доход на год. В общем, что-то крупное мы делим на год, на 12 месяцев. Записали, подсчитали. Третья тетрадка, у нас идет часы работы. То есть часы работы, это не то, что ко мне пришел клиент, я сделала ей маникюр за час и написала с часу до двух и все. Нифига, вы вышли из дома, это дорога, а сюда, кстати, тоже дорога транспортная, аренда, коммуналка, ну все сюда пишем. Ну вы поняли, да, о чем я. Третья тетрадка у нас идет, сбилась. Так. Третья тетрадка у нас получается, ручки, простите, помажу, помыла сухие. Третья тетрадка идет время. То есть вы вышли из дома, тратите время на дорогу, на клиентов. То есть время, проведенное от дороги до того, как вы вышли из кабинета, да, пришли домой. Вот это время мы все сюда считаем. Это не сюда. К примеру, вот я сегодня ушла к 2 часам, да. С полвторого, грубо говоря, до, вот я думаю, часов, у меня в 6 часов клиент, до где-то 8:30 я буду здесь. Я еще пишу это время. То есть я его трачу, это работа. Это не то, что я сидела и тут сижу, балду гоняю. Ну да, я балду, в принципе, гоняю, но все равно, в общем, это все пишем. Как я вам говорю, как я слушала, вот говорила Елена. Вот, так записываем. 3 тетради. Потом, что мы делаем, к примеру, подсчет за месяц. От доходов с первой тетрадки отнимаем расходы, вторая тетрадка, и делим на 3-ю тетрадку. И получаем время за час. То есть столько мы зарабатываем в час. Ну, если я правильно поняла, надо еще раз. Ну, вот, короче, вот это мы смотрим именно наши, сколько мы в час зарабатываем. Так, и что еще я хотела сказать? Единственное, как она сказала, составляет исключение. Это декабрь, январь. Также вы можете просматривать по доходам и расходам. Хотите, можете посчитать не то, что сколько стоит ваш час. Да, и хотите, вот смотрите, посчитали. Вы понимаете, да, кто-то наговорил, посчитал 17 рублей в час. Ну, короче, круто, да? Ну, и вы понимаете уже тогда, сколько вам выставлять хотите вы свою сумму. То есть вы уже элементарно, даже если доходы минус расходы, вы понимаете, сколько уже будет стоить тот или иной, ну, к примеру, маникюр тот же самый, который вы делаете за 2 часа, да, а у вас там час стоит 200 рублей. Ой, там 20 рублей. Вот, что я, короче, для чего это я взяла. Так, и теперь в группе в Телеграм у нас девочка, в общем, там все профтирки, что-то было, не помню что. И девочка у нас скинула такую втирку. Ну, вообще, мне показалось, что это другая немножко на вид была втирка. Ну, посмотрим. Так, не скажу вам. Так, руки жирные. По наполняемости смотрим. О, нормально. Она вот такая вот цветом. Как бы не совсем золото. То, что, в принципе, я, наверное, и хотела. Так, написано золото. Очень люблю, говорю, Валберис. Ну, блин, приклейте вот с обратной стороны. Нет, нужно шпокнуть, блин, сюда, чтобы мы все порадовались, что у них есть вот эти вот наклеечки.
бесит прям. Сейчас я проведу эксперимент. Втирка фракция, смотрите, у нее не сильно. Давай фокусируйся. Не сильно мелкий помол. Ну, втирается, понятно, на топ только. Ну, я вам скажу. Да, золото красивое. Я просто задумала кое-какой дизайн. Не поверите, у меня золотушки-то и нет. Втирки золотой. Ёпарас это. Как так? Почему-то я не находила ту из золотой, которую вот глаз плюхнул на нее. И я хочу конкретно эту втирку. Блин, опять без перчаток все. Втирка. Аллилуйя. Ой, какой он легкий. Вообще, как будто просто банку беру. Я взяла вот такую баттер суфле, сладкий апельсин. Я никак не найду, здесь, по-моему, 150 грамм, чтобы, да, 150 миллилитров. Никак не найду ушедшего от нас фрутини, ну и ладно, который сливочный или какой-то там апельсин был, не помню. Очень офигенно пахнет, там такая банка была классная. Боже, девочки, божественный запах был. Смотрите, ой, вот так я люблю, как сливочки такой. Был божественный запах именно у апельсина. У вишни нет, мне не нравится апельсин. Мне когда-то подарила подружка этот крем, и все, я в него влюбилась, я его скупала. Помню, что оставались остатки, прям купила несколько. И у меня дома где-то просто банки, ну, знаете, там мыло, там что-то такое хозяйственное лежит. И открываешь банку, он до сих пор пахнет. Ой, пахнет, в принципе, пахнет приятно, но не так. Ой, смотрите, это так как я это для Себы взяла, то, естественно, смотрите, короче, консистенция, как будто сливочное масло. Ну, недаром баттер же называется. Это я взяла себе для тела, поэтому, знаете, я не буду палочкой это ковырять. Это не подразумевается, что я беру для клиентов. Консистенция жирноватая. В принципе, я такую и хотела. Пахнет. Мне больше пахнет мандаринкой. Честно, мне больше пахнет, знаете, мандаринкой. И, наверное, у кого дома росли деревья лимонные, знаете, когда с лимончика, правильно же крышку закрываю, срываешь вот эту веточку, листик, и начинаешь тереть. Я, у нас просто оно у меня росло. Я когда в чае делала, просто его пожмякаю, и он вот так потом в руки пахли лимоном. Вот больше, наверное, лимон. Апельсинкой он сильно не пахнет. Лимончик, мандаринчик. Неплохо, но я продолжаю поиски того крема фрутини. Именно того запаха. Очень классный был. Поэтому неплохо. Для тех, кто не любит жирности, не пойдет. Знаете, он классно будет, вот руки я им буду мазать. Для тела я, в принципе, тоже неплохо. И ножки классно будут мазаться. Я люблю крема, мажу постоянно. В общем, вот такая мини-распаковка. Вот такая болтовня. Сейчас я поставлю. Вот такая вот болтовня была о тетрадках. То, что хотела рассказать, я говорю, что немножко для меня такая больная тема с этими ценообразованием. Ну, как-то вот так. Ладно, девочки, буду я сейчас попью чаек, буду ждать своего клиента. Кстати, вот коробка была упакована вот так. Порезалась очень сильно, не порезалась даже. Мы стригли выходные кошки ногти. Мы вообще так стригем, знаете, она не дается. Жаба. Простите, нет, не жаба, я люблю кису свою. Короче, она не дается, муж ее держал. Я ему говорю, давай, говорю, режь. Он такой, я слепая, не вижу никогда. Ну, лишь бы, знаете, это я такой мясник. А у нее еще, он вот так в плед ее держал, с головой, только лапки торчали. А у нее в зимний период, знаете, бывает такое, что у нас на балконе как тедралка. Ну, и так вот можно драть, но в основном она, короче, это зимний период у нее появляется, а ноготь врастает в подушечку. Вот.
И я тут кусачками, короче, обстригаю, она орала так, это ужас, бедненькое животное мое. Орала, и я потом плоскогубцами, короче, вот на пальцы, ну, проворонили, короче, сами. Сын такой, издеваетесь на моей кошкой. Я говорю, надо было стричь. Я говорю, я тебе предлагала, давай постригем кошки. Ты ее просто подержишь, я говорю, ей когти состригу и все. Потому что когда я ее вот, давайте пониже, вот так вот схвачу, ой, размахалась руками. Ее вот так схвачу, естественно, эта собака, я думаю, раз-раз отрезала ей. А эту надо как-то держать. Я говорю, блин, он не хотел. Вот. И в итоге вот такая вот ситуация. Он такой, надо ветеринарку отвезти. Я говорю, мама сейчас сама, короче, кровище тоже. И она меня царапнула. А у кошек, к чему я это рассказываю же? А у кошек же, сами знаете, да, когти вот такие. Короче, так больно теперь заживает. Это ужас. Но я обработала и сразу кровь повыгоняла. Фиг, ну фиг его знает, что там перекисью залила. Вот, и, короче, оно теперь так долго заживает. Это рана вся. Так что вот так. И мне сын сказал, мама, ты настоящая немка, вырываешь когти, ногти, короче. Я говорю, ну, и знаете, как бы, вообще я очень брезгливый человек в этом плане, но нет, я прям вырвала ей, как бы, как сказать, когда даже делаю трещины клиентам, вот я не говорю, что я кайфую, но когда я сделаю прям красиво, мне, ну, вот залечу эту ранку, понятно, сделаю сначала больно, а потом ему станет хорошо. Мне прям самой хорошо в душе. В общем, вот так. Ладно, девочки, болтаю, рот не закрывается. Буду ждать я своего третьего клиента. Ой, а что не десятого клиента сразу? Второго клиента. У нас будет маникюр. Подготовила уже все. И буду ее ждать. Сейчас девочки делали, у базы была подложка Стефани, цвет 22, это был гель от Биотек, и топ был Стефани. Все, я отпустила свою вторую клиентку, короче, она опоздала на 15 минут. Пришла хоть бы чего, знаете, это, там, извините, еще что-то. Я ей сделала, короче, маникюр за 1:15, ну, потому что было гелевое покрытие, и она... Такая говорит, я говорю, ну ничего не будем, уже подскакивает прям, уже подпрыгивает. Я так домой хочу, представляете, я говорю, я тоже хочу домой. Угу. Прям все только хотят, а я нет. Короче, я такая злая, почему? Девочки сидела, делала ей, и махнула своей рукой, и вылетела сережка. Вот такая. Короче, я обыскала все, ведро даже мусорное, блядь, залезла. Ой, пип. Обыскала все, я даже в ведро мусорное залезла. Два раза. Нету сережки. Я перетряхнула, ну, мне кажется, она вот упала, я прям почувствовала, как она вылетела у меня. Я перетрясла здесь в шкафу, прям повытаскивала все лаки, нет. Я отодвинула стол, нету ее, и все. Вот сейчас одна надежда полы мыть, если она, ну, куда она могла с этой стороны отлетела, только в эту сторону. Туда она не могла отскочить, что она у меня какая-то особенная. Я вчера, короче, в бане, как-то, видимо, вот эта сама, короче, отстегнулась. Вот. Эти серьги просто я очень сильно люблю. Ну, фигня, короче, какая-то. Сейчас буду полы мыть. Завтра уже скажу. Что-то я прям без настроения с этим. Все отодвинула, ни хрена нигде нет ее. Сейчас буду искать. В общем, ладно. Всем до завтра. Завтра еще я покажу. Завтра еще будет у меня рабочий день. Ну, в который я включу в этот влог. Привет-привет. Второй день. На голове кошмар. Я утром помыла голову. Вот пока я в шапке дошла... Ну, это просто какой-то ужас. Это что такое? Ладно, видите меня такой красивой в последний раз. Завтра я, наконец, иду в парикмахерскую. Не знаю, говорю, такой рывок, как я это все выдержу. Скажу, стриги меня, крась меня. Ну, просто какой-то ужас. Уже вообще не ложится. А еще, когда шапку одеваю, вот так одеваю. И вот это все, вот это что такое? Так, ладно, сегодня у меня, значит, должно было быть три клиента, но так получилось, что женщина не написала.
Он говорит, Ира, у меня давление сильное, я не смогу прийти. Я говорю, да, конечно, потому что один раз она ко мне приходила с давлением, я не могла на нее смотреть. Сказала, говорю, больше не приходите, говорю, когда вы в таком состоянии. Это не то, что было что-то ай-яй-яй, а именно, ну, ей в реальности плохо было. Я говорю, вызывайте скорую, если вам сильно плохо. Но окошки мы найдем с вами. Ну, с утра возьму пораньше. Ну, потому что, сами понимаете, блин, как я хорошо, как я буду с такой кошкой ходить. Хоть хвост делай. Ой, надеюсь, меня простят мои клиенты за такой вообще кошмар. Вот. Я из дома принесла вот что-то там ломает. Вот такую красоту. Короче, муж дарил дочи букет красивый на день рождения, и были вставлены там вот розы, еще какие-то цветы. Вот такая красота. Очень люблю зимние букеты, но он долго так стоял. В общем, я его растребушила, он вот на таких палочках. Сейчас я все сделаю красоту, поставлю себе, сделаю, в общем, зимний такой букетик. Такая будет у меня красота. У меня есть там полторашка, банка, сейчас что-нибудь выдумаю. Но надеюсь, что сейчас вот эта вся красота у меня упадет. Поэтому у меня сегодня два клиента, но это нормально, ничего страшного. А завтра у меня будет один всего клиент, я взяла на вечер, потому что она мне сказала, мы будем долго. Иду в 9 утра, я не знаю до скольки, это там все продлится. Вот, так что вот такие дела. Завтра у меня будет всего лишь один клиент. Ну все, жду я. А, я забыла рассказать про серьги. Нашла я свои сережки вчера между ручкой стула и стулом. Как-то она запала. Блин, я вообще говорю, я даже в помойке рыла. Я даже в помойке порыться успела. Ёпрысоте. Ну это вообще кошмар какой-то. Ну, потому что это у меня подарок. Был подарок дорогой для меня. Вот, и я очень прям распереживалась, разнервничалась, сняла эти серьги, как-то защелка, хотя там английская, но она как-то отщелкивалась. Вот, то в бане потеряла, ну ладно, дома там я боялась, чтобы она в дырочке не запала, хотя нет, они же как бы не сильно маленькие. Вот, и положила их, надо к ювелиру отнести, чтобы вот мне что-нибудь там подправил, я не знаю, там, ну, чтобы этот профессионал это сделал, не я загнула там. Так что вот так. А я буду сегодня ходить, как будто грязная голова. Ну нет, девочки, я утром помыла голову, сходила с собакой, погуляла. Еще было ничего. Ну вот сейчас пока, ну что, я метр шла. И вот такой кошмар. Когда отрастают волосы, это просто ужас. Я люблю либо длинные, я их заколю красивенькой заколочкой. Ну вот, это уже кошмар, конечно же. Ладно, уж простите меня, девочки, за вот такой видон. Мне самой стыдно и стрёмно. Ну ладно. А я жду клиента, готовлю инструменты и буду ждать клиента. Была вам показать вот такой вот подарочек. Баянцеву, я же вам говорила, да, мама привозила. Несколько коробок я ее просила. Это для девочки, с которой мы работаем, продукции PNB. А вот этот вот казахстанский шоколад для... Ну, мальчик-экспедитора. А то шоколад ей передам. Я ей всегда передаю. Всегда передавала шоколадки. Ну, что-нибудь такое. Но в этом году решила я сделать такой подарок. Конфеты у Баян-Сулу. Вы вообще знаете, они очень вкусные. Они свежачок. Прям с 10 месяца. Прям свежак. Очень-очень вкусные. Они прям с начинками. Я не знаю, какую я люблю. О, я с бананом люблю. И вот такую люблю. Так, показала вам. Потому что мне сейчас до 8 часов должны привезти, что там должны, шампунь я заказывала, я же вчера сказала вам, вот, и короче, все. Ну, покажу, в общем, я. Смотрите, какой красивый букетик у меня получился. Взяла просто полторашку фом, ну, вот этот вот фом, лист, и сделала вот так. Красота. И завтра притащу лак для волос, сбрызну и пшикну, ну, сбрызну лаком и этим блесками или акрила, так сделаю, вообще круто будет смотреться. Вот такое зимнее настроение. Думаю, красиво. Можно даже будет
сфоткать руку возле елки. Ну все, я отпустила свою первую девочку. Сейчас я покажу, чем мы работали. Так, подложка у меня была хема. Давай, фокусируйся. Это хема-база от PNB. Ну, естественно, был бомб, дегидратор. Сама база была камуфлирующая. Вот такая красная, тоже от PNB. Знаете, чтобы нанести в один слой, был цвет адамант номер 19 от Биотек, и топ был Стефани. В общем, сделали коротюсенькие ноготочки. Она говорит, Чала говорит, давайте сделаем камуфлирующий цвет. Ну, давайте. А потом такая, говорю, что красного вообще не хочется. Она такая, давайте красный. Я говорю, блин, на коротких квадратах я просто обожаю красный цвет. Вот что-что, короткие квадраты и красные, это, мне кажется, они прям созданы друг для друга. Даже чуть длиннейший квадрат, жарма. Даже чуть длиннейший квадрат уже не то. Кстати, была у меня девочка-мастер по маникюру и говорит, у вас так вытяжка тихо работает. Ой, этот сухожар, я говорю, почему? Она говорит, вот мы сидим. И, говорит, прям я не слышу, что она работает, потому что, говорит, у меня такой же ГП, он настолько шумит, и вот, у меня обычный ГП-10. И она говорит, ну, это просто кошмар. Я говорю, знаете, я тоже слышала, что сухожары очень, вот, ГП-шки, они прям шумные. Я говорю, нет, мне прям устраивает. Единственное, что, да, я привыкала сначала вот к этому, да, к открыванию. Я теперь его легко открываю, все отлично. Единственное, что, сейчас переключу, я взяла дополнительную полку к нему, и все. Меня мой сухожар прям вполне устраивает. Вот. И он тихонечко работает. Ну, мне кажется, но убрать, если вот это все с него, то вообще будет 3 тетради. То вообще будет все отлично. Поэтому все, я уже убралась. Сделали мы работу за 1:20. Что? Ну все, жду третьего клиента. Это будет женщина. Она у меня уже была. Это мама одного из моих клиентов. Вот она в прошлый раз, я на ней кошку делала. И что-то все так писали. Ой, не подходит кошка. Так, руки типа старит, ну, потому что клиент возрастной. Естественно, что оно старит все будет. Не знаю в этот раз, что мы выберем. Я, ну, естественно, красный возрастным рукам, взрослым женщинам красный цвет вообще не подходит. Ну, это я уже методом подсчета. Это, блин, не знаю, куда встать, уже приплюхнуться. Потому что я знаю, что возрастным ручкам, к примеру, больше подходит какой-то цвет бордо. Им очень идет такой цвет. А красный, если темный, то более смуглым девушкам. Вот мне темно-красный вообще не подходит. Мне больше калому цвету что-то такое. Ну, не знаю, сейчас что-нибудь подумаем. Я вообще думала бы ей предложить золотую втирку, которую я забрала. И сделать ей, знаете, из серии, вот сейчас драконий чешуя, один ноготок. Остальное все какое-нибудь либо зеленым таким, каким-то красивым цветом. И сделать один ноготь. Что-нибудь такое предложу ей. Но перекрою топом. Знаете, как делают? Не сразу, там, например, втирку нанесли, потом топ, потом пену, да? А я хочу попробовать сделать немножко в другом цвете пенку сделать, просушить ее, втереть. Интересно, будет красиво, нет? Вот так. А потом уже перекрыть ее, как будет смотреться. Так что вот так. Ладно, у меня есть время. Я еще сейчас подготовлю немножко, приберу и попробую, наверное, вот так втирку сделать. Смотрите, как прикольно втирку втерла. Тут вообще кошка у меня была. Смотрите, прикольно. Сейчас перекрою топом. Наверное, ей вот предложу что-то такое.
А насколько мы поднарастим? Ну, 1,3 метра. Подложка у нас была Стефани Рабербаза. Наращивала я вот на такие формы гелем Интрига 06. Цвет, значит, у нас был Мика номер 18 Паталь. Красивый очень зеленый цвет. Черно-черный я втирала вот такую золотую втирочку. Делала мыльными пузырями вот эти пупырки, закрепляла топом титаниум и перекрыла изнанки и верх ногтя топом Стефани. Все, девочки, отпустила своего клиента. Делали мы наращивание, сделали за 1:40. Она пришла, ну, ногтей вообще нет. Так что делать будем? Она: ну, я хочу наращивание. Блин, почему? Это хорошо, она вечером была, да? И я как бы сделала нормально, недолго ей. А если бы она пришла ко мне в середине, как должна была, она просто с дочерью поменялась, я бы вообще провозилась и без, как говорится, передыха. Ой, на голове прям вообще кошмар. Сульки прям как будто головой, не знаю, ныряла куда-то. Ладно, в общем, сделали мы с ней красоту, я ей предложила. Она говорит: я хочу какой-то зеленый цвет, это год дракона, мой год, и я хотела бы сделать. В общем, нарастили мы с ней на ту же длину свободный край, как у нее, и ноготочки то коротенькие. В общем, там свои вообще коротюськи. Вот, выбрали красивый очень зеленый цвет, и я сделала втирку. Я сделала втирку. Все, сейчас я прибираюсь. Доставки еще нет. Уже еще пока. Вот мне как написала просто девочка-менеджер. Говорит, что-то не знаю, что доставки нет. Жду доставку. Он не едет. Но у нас, понятно, у нас такой снегопад был, что, знаете, пробка на пробке. А сейчас в это время это просто капец. У нас вечерами пробки. Вот такие вот дела. Сейчас я прибираюсь. Нужно мне поменять вытяжку, потому что я вчера один клиент, а сегодня два. Или сколько у меня вчера было клиентов? Педикюр был? Не помню. В общем, за вчера и за сегодня, там она вообще бедненькая, уже, наверное, не засасывает ничего. Так что вот такие дела. Сейчас быстро поменяю. Девочки, мне девушка одна попросила показать, как я работаю полигелем, вот этим IQ-гелем. Как я говорила, у меня прозрачный. И вот такой вот есть кавер. Я покажу вам на кавере. Взяла я типсу. Ну, вообще без разницы. А, еще немаловажно. Я работаю вот такой кистью. Это уже все стерлось. Это кисть Virgin для акрила. Ей, девочки, не буду врать, лет 15, может быть, больше уже. Это восьмерка. Уже все стерлось. Она, ну, такая... Стоило, кстати, что-то недешево. Недешево, она очень дорогая была. В общем, смотрите, как я работаю. Сейчас мы немножко искривим. Да? Смертельный номер. Ну, вот как будто у нас тут стенок не хватает. Точнее, они загнулись у нас куда-то. Кто-то куда-то убежал. Во. Видно, да? Будем считать, что... Короче, одна стеночка у нас вот, видите, вот провалилась. Сейчас немного остынет. Немножко остынет. Я показала уже, покажу вам такс на кавере. Беру вот эту черноту. Красиво прям, смотрите, ноготь, да, все как у нас бывает. Отрастает, ломается. Первым делом, естественно, мы сделали маникюр, все такое. Перекрываем базой. Я взяла скотч-базу. Ну, вы берете ту, которая вам удобна для подложки. Наносим обычным слоем. Я не наношу втирающим. И просушиваем 60 секунд. Можно в баночку. Видите, вот так.
покажу вам на камере. Промакиваем кисть. Можно вообще ее положить туда, знаете, вот она собирается вот таким. Блин, давай фокусируйся. Очень прям мне это нравится кисть. Ей удобно, знаете, на верхних формах работать. Вот форма, да, и она прям в середке так хоп-хоп-хоп. Прям обожаю эту кисточку. Знаете, когда-то я же занималась очень давно, акриловое наращивание делала. Ну, потом перестала и что-то отдала эту кисть дочери рисовать. Причем она красками даже ей рисовала. Гуашь и там чем. Потом я увидела ее, когда уже что-то сейчас поняла, что ими можно, забрала. И работаю назад, вот она, смотрите, прям в отличном состоянии. Все-таки все зависит от качества кисти. Так, тем временем у нас все просохло. Берем, вот смотрите, консистенция какая, покажу еще раз. Вот такая, она не желеобразная. Что-то, знаете, как, здесь даже крупиночек, ничего нет. Ну, что-то я дофига, конечно же, взяла. Покрутила, потому что вам показала. Вот такой вот взяли шарик. Вот он, шарик. Давайте так сделаю, чтобы вам было прекрасно видно и мне было удобно. Я промакиваю. Видите, он очень легко мнется, прям вот видно, видите? Им вообще легко очень-очень работать. Ну, мне, по крайней мере, очень нравится им работать. Так, видно вам? Видно. Потому что мне через объектив не очень это хорошо, прекрасно видно. Ну, так, ну, мы будем оставим также миндальку. Просматриваем везде мы. Вот, переворачиваю. Вот видите, чтобы здесь все ровненько было. Если начинают прилипать кисти, мы опять то же самое делаем. Как раз все закрыла я, что нам нужно было, и до выравниваем. Ей очень хорошо ими делать, когда выкладной френч делаем. Блин, видно вам? Нет. Когда мы делаем выкладной френч, очень хорошо. Так, идет у нас сглаживание. Проверяем вот здесь вот арочку. Если что-то много, можем перетащить. Я не удлиняю, хотя на весу оно отлично удлиняет, но я не удлиняю, потому что почему? Ну, по форме. Проверяем. Вот видите? Так, вот смотрите. Когда проверили, смотрите, стенки, видите, как я дотащила. А здесь провисает. Мы все это прям постоянно мы крутим. Ну, можно делать на готовность. Можно опиливать это все, но лучше на готовность уже. Ну, в принципе, достаточно. Там уже будет у нас опил. Даем высохнуть. Сколько мы даем высохнуть? 60 секунд. Точно так же. Здесь просто я поковырялась, поэтому пузырик у меня появился. Очень нравится. Кавер это под натуральный более-менее ноготь. Ну, вот я сейчас отработала вот этим полигелем. Мне он нравится. С баночки удобно, сами знаете, да, что можно ковырнуть. До конца вы используете. Ну, хотя сейчас мы в тубе тоже берем, да, эту тубу и вскрываем, все ковыряем, все это можем сделать. Так, полигель высох. После высыхания он становится вот такой вот матовый. Проверяем, он весь просох. А может быть, если очень много материала, смотрите, вот, то, конечно, может быть, понадобится чуть-чуть больше. Взяла пилку, честно, эта пилка такая подубитая, я ей не пользуюсь. Это я и убираю, опиливаю сами файлы. Так, ну что, теперь начинаем работу. Параллели. Что мы делаем? Представляем, где у нас точки роста. Ну, примерно. Примерно. Как я уже говорила, вот такой домик я делаю. Ой, слушайте, как неудобно типсы опиливать. Ёпрасоте. Получается, нужно их и типсу держать. Очень-очень удобно. И идем на сглаживание. Значит, вниз еще мы попиливаем. Так как у нас короткая длина, мы понимаем, что на короткой длине у нас не может быть острого медаля. И вот уже попираем снизу. И теперь на сглаживание.
выпиливать изнутри я, конечно, не буду сейчас, ну, просто не хочу. Но мы понимаем, что вот это дело все выпиливается, да, чтобы все у нас красивый миндалик получился, это дело все выпиливает. Просматриваем со всех сторон, чтобы у нас было все красиво. Если где-то что-то у нас нам не нравится, мы дорабатываем. Крутим, в общем, пальчик мы прям очень хорошенько. Потом вот так же переворачиваем ручку клиента. И где-то, ну, все. Понимаем, да, что миндаль у нас такой не заостренный. Ну, и мы не будем выпиливать, я не буду изнутри голову морочить сейчас себе. Мне самое главное было вам показать. Вот так. И здесь сейчас, на этом этапе, после вот такого укрепления, можно пройтись, в принципе, базой любой, любой. Давайте вот такую базу возьму. Что же я без базы такой красавчик оставлю? Проходимся базой. Так как база, уже все, укрепление есть, можно делать базой. У нас есть уже укрепление, теперь только... База какая красивучая, смотрите. Сейчас я возьму тонкую кисть. То есть вот тут готовое уже укрепление. Берем базу, потом цвет, нет, какую-то камуфлирующую базу. Можно также делать какие-то в градиентах. Ну, здесь говорю, что я не выпиливала внутри. Если выпилить, будет вообще очень красиво, идеально. Ну, вот эту вот саму фигулечку. Слушай, мне вот эта база очень нравится. Называется Сиена. Красивый, да, цвет? Можно сейчас вот нанести, потом разок барашки делать. Ну, кто любит барашки, я как-то барашки не очень. Вот эту я носила на себе, мне она очень нравится. Ой, тут сразу начала база показывать, все, не буду. Не буду. Ждем, когда подсохнет. База у нас подсохла. Теперь берем, перекрываем топом. Ну, это если мы хотим оставить. Вот эта верхушка, это тот цвет. Я типсу говорю, нашла какую-то, чтобы просто вам показать. Это так валялась с цветом, и я ее взяла. Раньше такие типсы, это только одни из первых были. Они прям вот маленькие, малюсенькие. Или, может быть, это с квадрата выпилено, что-то даже не это. Сейчас мне очень нравятся такие большие типсы, да, которые вот такие вот прям большие, крупные. А эти вот половинка. Так, ждем, когда топ просушится. Также 60 секунд. Топ у нас остыл. И, ну, все-таки я не могла не удержаться. Все-таки, наверное, выпью, чтобы он уж был у нас, ладно, красавчиком. Понимаете, да, что пластик не очень пилить? Эх, как его не очень пилить. Он горячий становится. Горячий, вонючий. Еще раз подбираем. Ну, потому что я не хотела вообще пилить, но ладно. Это вот такие типсы были, как что это за типсы такая? Смотри, все. Это, говорю, пластик, понятное дело, что он тут так себе. Смотри, я всегда перекрываю. Смотри, я всегда перекрываю. Укрепление это, наращивание ли это, я всегда перекрываю топом. Ну, так как пластик не очень пилится, уж простите. Но я вам просто показываю, как делаю я. И сушим, когда мы ручки прикрываем, вот так. Ну, понятно, да? Логично. Изнаночка просушилась, просохла. Ну, вот такой вот МК-торг у меня просто в пыльне. У нас получился. Ну, я, как вы сказала, тут так не очень красиво, потому что, ну, пластик вообще невозможно пилить. Ну... Смотрите, какие они были маленькие. Смотрите, какие сейчас здоровые. Это вот одни из первых. Ну, красота. Видно? Я думаю, что вам все видно. Всегда проверяем ногти со всех сторон. И так наклоняем, так переворачиваем, чтобы торец был красивый.
Ну, такой небольшой МК у меня получился. Ну все, дождалась я своей доставки. Сейчас покажу быстренько, поверхностно, что я пила. Смотрите, шампуни. Ну, тут дозатор, потому что у меня на один шампунь. Шампунь для всего, как посмеялась менеджер такая. Я говорю, мне мужской, он такая, для всего. Я говорю, да, с головы до ног. Это я взяла для в баню мужу моему. И вот этот вот шампунь я тоже взяла для бани восстанавливающий. Хотя у меня еще целый увлажняющий есть, но он дома. А это для бани, я уже говорила, что беру всегда литрушки. Это концепт. Девочки, я не знаю, где их купить у вас в городе. Могу только сказать, где в Челябинске. Потому что я беру у официальных представителей. Так, сейчас скажу вам, что получились у нас шампуни. Вот смотрите, верхняя строчка. Шампунь мужской получается 509, а женский 464. И 117 идет дозатор. Вот третья строка, пальцем не могу показывать. Так, смотрите дальше. Взяла лаки 605. В общем, каждый лак, я показывать их не буду. Я взяла 4 лака, это новая коллекция. Каждый лак 605 рублей. Опять подорожало все. Но тут идет и кошка, и светоотражайка. Ну, понятно, да, что кошка так себе там будет. Взяла туда же я дегидратор Фокус. Я им пользуюсь. У меня один стоит на педикюре, там заканчивается, один на маникюре, потому что педикюр немножко влажно. И какой-то новый топ, вот Glow Nix какой-то топ. Не знаю, что за топ, я еще даже не смотрела. Это новинка у них. Glow Nix топ. 17 мл, он мне шел в подарок. Там на какую-то определенную сумму берешь. Не знаю, на какую, короче, вот я взяла. По-моему, на 2000, что ли. И шел в подарок топ любой. Топ, база, 17 мл. Говорю, блин, не знаю, что хочу. Он такая, ну возьми его топ новый. Вышел, говорит, мне он нравится. Цвета. Будет какая-то, не знаю, неизвестно. Цвета я уже покажу в следующем влоге. Опять сделаю интригу. Так, как стать красивым. Опять сделаю интригу, покажу цвета в следующем влоге. Но на этой прекрасной ноте я заканчиваю свой влог. Последний раз я уже говорила, видите меня в такой красе. В следующий влог будет коротенькая стрижка. Все, всем пока, спасибо, что смотрите меня. И до новых встреч!